Здравствуйте, друзья! Меня зовут Михаил Наводчик. В этом уроке номер 32, где мы изучаем видеомонтаж, мы создадим вот такое вот видео, которое вы видите на экране. В предыдущем уроке мы начали его создавать, а в этом уроке продолжим это делать. Это видео, но у нас будет состоять из отдельных прямоугольных блоков. В каждом будет воспроизводиться отдельный видеофрагмент. Мы будем кадрировать либо обрезать наше видео с разных сторон. Для этого нам понадобится эффект Crop, то есть обрезка, обрезать, и ряд других инструментов, которые мы проходили ранее. Давайте приступать. Я открою файл, который создавал в предыдущем уроке номер 31. Если у вас этого файла нет, то в материалах к этому курсу он будет прикреплен. Здесь у нас находится видеофайл, где вы видите, у нас прямоугольники, в которых находятся отдельные фрагменты видео, воспроизводятся слева направо по порядку, но не одновременно. Наша задача сделать так, чтобы они все одновременно начали воспроизводиться, то есть сделать такой небольшой коллаж из прямоугольников видео, которые воспроизводятся все сразу. Для этого из вот этих вот нарезанных кусочков нам нужно создать вот такой вот видеоряд. Вот я уже его создал. И в этом нам поможет инструмент кадрирования. Либо обрезать. Я перейду обратно в файл, который мы создавали. И для этих целей нам нужно применить этот инструмент сразу ко всем объектам. Для этого можно сделать это по-разному. Можно, например, выделить все объекты и применить наш эффект. Либо создать корректирующий слой и добиться того же результата. Ну давайте сейчас мы будем использовать первый вариант, когда выделим все порезанные кусочки и применим наш эффект. Для этого вам нужно открыть окно эффекты, Effects, откройте его. Для этого, как я говорил раньше, нам нужно щелкнуть на закладочке вот здесь вот сверху Effects, либо эффекты, если у вас русская версия. У меня сейчас английская версия, но также, конечно, я буду показывать это все на русском. То есть вот здесь вот в поиске пишите, если у вас английская версия, Crop, если у вас русская версия, то пишите по-русски обрезать. Можно с большой, можно с маленькой буквы. Вот наш эффект. И два раза быстро щелкаю левой клавишей в окне Effects на закладочке Crop. Щелкаем. Далее. Я уменьшу наше видео так, чтобы оно у нас занимало в окне таймлайн где-то меньше половины. И просто давайте передвинем вот сюда, вправо, чтобы освободить пространство, где мы будем монтировать эту плитку. Дальше сбрасываем выделение, щелкаем на пустом месте, выделяем первый фрагмент и ставим его назад влево. В этом кусочке у нас воспроизводится только верхний левый прямоугольник, а во втором отрезанном второй, поэтому мы выделяем второй отрезанный кусок и обрежем все, кроме того куска, где у нас воспроизводится видео. Для этого нам понадобится окно Effects Control. Если у вас русская версия, это называется элементы управления эффектами. Откройте его, щелкаем. И видим, что здесь у меня пусто, поэтому я еще раз щелкаю на этом отрезанном куске, чтобы там это у нас обновилось. Здесь щелкаем на эффекте Crop левой клавишей. И благодаря этому появляются у нас маркеры, за которые мы можем ухватить и обрезать все лишнее, кроме того, что нам нужно. И мы вот так вот обрезаем с двух сторон и снизу. Теперь щелкаем еще раз на этом фрагменте и ставим его сверху слоем вот сюда, над предыдущим объектом. И мы видим, что уже два прямоугольника проигрываются одновременно. То же самое делаем с третьим объектом, выделяем его. И здесь берем инструмент Crop и также обрезаем третий прямоугольник. И ставим его выше третьим слоем вот сюда. А теперь у нас три уже файла воспроизводятся одновременно. Дальше я буду делать аналогичное действие. Принцип, я думаю, вы поняли. Далее я выделю два вот этих вот верхних объекта. Скопирую, жму Ctrl-C. Перемещу ползунок времени вправо, чтобы они там появились. И жму Ctrl-V, сбросив выделение. И теперь этот объект верхний поставим вот сюда.
а этот поставим вот сюда. И в итоге мы получаем вот такую вот мозаику, которая воспроизводится одновременно. Дальше разложим следующие вот эти вот три объекта, аналогично, как мы сделали первыми тремя. А дальше у нас идет следующий объект. Мы его выделяем и обрежем. Берем инструмент Crop, обрезаем справа и сверху. Снизу обрезать не обязательно, так как нижний объект у нас не будет показывать видео. И ставим его выше слоем вот сюда. Затем выделяем следующий объект. Жмем Crop и также обрезаем. Это у нас центральный прямоугольник. Снизу также не обрезаем. И ставим его также выше. И проделаем это еще с шестым объектом, где у нас воспроизводится видео. Выделяем этот объект и кадрируем его. То есть я делаю такие однообразные действия. Я думаю, вы поняли то, что я сделаю сейчас и как это будет выглядеть. И ставим этот объект еще выше слоем. Здесь мне надо создать еще шестую дорожку. Для этих целей щелкаем вот здесь вот правой клавишей и выбираем команду «Добавить трек». Если у вас русская версия, то вы видите, как это выглядит на экране. И раздвигаем вверх, хватаем вот здесь вот сверху. И сюда ставим наш шестой объект. Видим, что теперь 6 прямоугольников наших воспроизводятся одновременно. Это то, что нам и нужно. Давайте это доделаем, чтобы у нас было все ровно по левому краю. Я это увеличиваю, щелкаю Alt и кручу колесиком. Я выделю 3 верхних объекта вот этих вот. Скопирую, жму Ctrl-C. Перемещаю вот сюда вот ползунок времени. И жму, сбрасываю выделение, жму Ctrl-V. И ставим верхний объект вот сюда. Этот вот сюда. И этот вот сюда. Далее подровняем их, обрежем, хватая за левый край. Посмотрим, что у нас получилось. Видим, что теперь у нас 6 наших прямоугольников воспроизводятся на всем протяжении этого нашего блока из 6 слоев. Наша задача в этом уроке, в принципе, выполнена. Мы создали эту мозаику. Дальше для тренировки попробуйте разложить вот следующие фрагменты. Это следующий цикл из 6 видео, которые идут за этими. Но это вы уже сделаете самостоятельно. Давайте я начну, а вы уже сами закончите. Сбрасываем выделение, берем этот фрагмент, ставим вот сюда. Это у нас нижняя как бы подложка будет, на котором воспроизводится первый верхний левый прямоугольник. А дальше выделяем следующий, то есть вот этот объект, и обрезаем его. Берем Crop. Здесь мне пришлось перезагрузить мою программу, потому что при выделении эффекта Crop у меня не появлялись вот эти вот маркеры, за которые я тягаю. Здесь какие-то сбои в программе. То есть мы сейчас обрезаем вот там, где у нас написано U. То есть оставляем этот объект слева, справа и снизу. И ставим его вот сюда. Дальше берем следующий объект. Здесь я вижу в последнем кусочке у меня сразу 2 воспроизводятся объекта, поэтому я их обрежу немного по-другому. То есть вот так, ставлю их 2 вместе и поставлю наверх. Далее это увеличим и подрежем по нижнему объекту. То есть вот таким образом. Также я выделю вот эти вот верхние объекты, где неровно, 3 верхних. И также их скопирую, жму Ctrl-C, Ctrl-V, ставлю сюда. Сброшу выделение, выделю верхние. Поставлю этот здесь, чтобы подровнять, потом подрезать по левому краю. И этот здесь. И подрезаем вот так вот. Хотя этот объект можно было и не копировать. Я его удалю. И подрезаем вот этот. И смотрим. Вот теперь у нас все воспроизводится. Верхние 6 объектов проигрываются одновременно. Проделайте эти действия. В следующем уроке мы то, что сделаем, экспортируем в отдельный файл. То есть разберем команду «Файл экспорт медиа», чтобы окончательно создать видео, которое вы видите на экране. Переходите к следующему уроку.
Если будут вопросы по текущему, задавайте. Спасибо за внимание. Жду вас в следующем уроке, которого у нас будет 33.